Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь, как справиться со стрессом на работе. В современном мире человек испытывает стресс практически в любой сфере деятельности. Чтобы полноценно жить и работать, необходимо уметь противостоять стрессу. Нужно осознать, что стресс присутствует в любой профессии и совсем от него избавиться нельзя, но ослабить его вполне реально. Сведи стрессовые ситуации к минимуму. Не опаздывай на работу и не уходи позже. Как только наступило время идти домой, забудь о всех рабочих вопросах, никаких проектов, документов и мыслей домой не неси. Дома мы отдыхаем, а не работаем. Ничего не успеваешь, самое время составить расписание дня и распределить нагрузку. Выполняй только свою работу и не позволяй нагружать себя чужой. Поддерживай активный образ жизни. Во время даже небольших физических нагрузок организм вырабатывает гормоны счастья. Гуляй, бегай, катайся на велосипеде и да, забудь о лифте. Переводи негативные эмоции в позитивные. Не нравится начальник? Запишись на бокс. Хочется покричать? Иди в караоке. Кажется, что начнешь громить кабинет? Начинай дома ремонт или помоги доделать его друзьям. Подпитывай мозг. Ясная голова нужна в любой работе. Правильные перекусы и регулярные приемы пищи не позволяют мозгу уснуть. Но не пропускай завтрак. На работе ешь сухофрукты с кефиром или йогуртом. Пей зеленый чай с мятой и подкрепляйся горсткой орехов. Правильное питание – залог не только здоровья, но и продуктивной деятельности. Делай маленькие перерывы. 2-3 минуты каждый час. В это время нужно сменить род деятельности, посиди в тишине с закрытыми глазами или подойди к окну и посмотри на окружающий мир, послушай любимую песню или присядь 10 раз. Или почему бы не позвонить любимому человеку. Измени свое сознание. От того, что ты будешь ходить без настроения, жаловаться на жизнь или грубить лучше не стань. Улыбайся коллегам, будь вежлива, участвуй в жизни организации, офиса, не закрывайся в себе. Если в сердитом и мрачном коллективе появится солнечный и доброжелательный сотрудник, сразу заметишь, как улучшится климат на работе. Если соблюдать эти нехитрые правила, ты будешь с радостью вставать по утрам, продуктивно работать и сможешь противостоять стрессам. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.